мы уже показали всему миру о том, что наша возобновляемая энергетика развивается. Мы показали, что это надежный бизнес и с точки зрения банков, да, если его правильно анализировать, оценивать. И это новый вызов для банковской системы – выходить на внешние рынки. Сейчас и отношение финансовых учреждений мировых к нашей банковской системе в части финансирования зеленой энергетики, и в первую очередь солнечной, как самое популярное, оно уже совершенно другое. Потому что, когда уже есть что показать, всегда гораздо легче говорить о следующих шагах. Нужно стимулировать как раз вот небольшие проекты, домашние станции. Это и определенный вид заработка для людей, и возможность заработать, и распределенная генерация. Я считаю, что вообще, в принципе, это, в этом сейчас есть главный потенциал на будущее годов. То есть вот у нас в 2019 году закончится реализация, вот эта гигантомания, реализация больших проектов, и начнется как раз вот тот главный сегмент, который, в принципе, я думаю, на ближайшие 10 лет будет основой нашей энергетики. Это распределенная солнечная генерация. Вроде бы рынок, он относительно небольшой, все как-то друг друга вроде бы как и знают, но вот такой платформы, когда все собираются вместе и общаются, на самом деле это очень важно. То есть, ну, мы все разбросаны по всей Украине, то есть там есть там инсталляторы, компании, которые всегда работают, им нужен какой-то хороший повод собраться. И, по-моему, это самый лучший повод собраться. Всегда, когда мы собираемся, мы все равно всегда появляются какие-то новые идеи, наработки. Как раз так, чтобы встретиться и реально конструктивно поработать, это самая лучшая платформа, и поэтому мы с удовольствием сюда приходим и участвуем.